Стык реки Анда Майонежского озера. Сейчас в период нереста здесь рыбачить запрещено. Но браконьеров это не останавливает. Они, наверное, с утра приехали. Только первый раз вижу. Но это у них лодки было, да? Да. Сколько здесь рыбин? Не знаю. Ну, разве не похвастали? А здесь уже разделано, приготовлено. То есть не один день рыбачили, да? На Вологодчине продолжаются операции «Нерест». Во время рейда сотрудники МВД России по Вытегорскому району совместно с транспортной полицией Вологды задержали браконьеров, добывавших красную рыбу. Спиннинг и моторная лодка в движении. Трое браконьеров ловили занесенную в Красную книгу рыбу методом троллинга. Полицейские изъяли у рыбаков 11 особей озерного лосося. 9 из них самки и 6 штук речной форели. Все с икрой. Также обнаружена разделанная и уже засоленная красная рыба. В ходе оперативных действий лодки и снасти браконьеров арестованы. По факту незаконной добычи водных биоресурсов ведется доследственная проверка. В действиях рыбаков усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьями 256 и 258 прим. 1 УК РФ.